Так, ну... О, всем привет! Начался? Всем привет, ребят! Активируется. У-у-у! С нами вот, снова появилось. Пятерка! Я нажал... А с нами Ростик и Павел Шампанов! Сегодня мы будем проходить испытание с Джанет. Короче, это чисто для меня испытание, потому что я хочу испытать себя, испытать свою Джанет. И чисто за Джанет, играя только на Джанет, пройти с Джанет испытание Джанет. Вот. Испытание золотой недели. В каждом из этих режимов я буду играть только за Джанет. Все понятно? Ставь лайк, если понял. Мы все поняли. Вот. Я ставлю лайк. А вот Пятерка и Ростик будут играть другими бравлерами и подстраиваться под мою Джанет. Короче, вот такая вот тема у нас. Вот, кто скучал по стримам с Пятерки, прям сходу лайкосик, потому что мы по традиции, как только наберем 10 тысяч лайков на этом стриме с Пятеркой, мы замутим новый стрим с Пятеркой. Как тебе затея? Угу. Интересно? А, у нас уже на стриме, кстати, 1300 лайков, ребят, за что вам большое спасибо. Также хочу напомнить то, что у меня сейчас проходит конкурс на 3 Бравл Пасса. То есть я кому-то из вас куплю Бравл Пасса. Трем человечкам. У меня как раз нету, Паша, можно я выиграю? Трем человечкам, да. А, но нужно как бы выиграть без каких-либо подкруток. Все честно должно быть. Вот. А, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно перейти по ссылочке в телеграм-канал, там найти пост с конкурсом, и там есть кнопочка «Участвовать». Вы на нее нажимаете и становитесь участником конкурса. А 7 мая... Послезавтра бот выберет рандомно 3 победителей. Так что участвуй. Меня. Такие вот у нас пироги. А еще сегодня у Паши день рождения. Давайте все вместе его поздравим с днем рождения. С днем рождения, Паш. Спасибо. С днем рождения, Паш. Спасибо. Если вы не знали, сегодня вот днерожденный стрим у Паши. Да. Весь стрим может быть память. Я к этому не был готов. Кто вспомнит про мой день рождения? Пишите с днем рождения там. Вика, напиши в чате, когда у Павла Шампанова день рождения? Сегодня. Очевидно, сегодня. 5.05. Все пишут с днем рождения. Блин, ну ты забайтил, конечно. Пробелом написал с днем рождения, ребята. Что? Хорошо. Там поздравления можно, первая строчка в описании, туда поздравления можно написать. Короче, сейчас прикинь донаты. С днем рождения, там 10 тысяч рублей, короче. Ну, купи себе большой торт. Ну все, потом тебе придется извиняться. Короче, Пятерка немножко забайтила немножечко, вот, на активность в чате, и я чувствую, на донат уже перелетел первый донат, но правда он без поздравлений с днем рождения. Короче, ребята, день рождения у меня... Сегодня. Ну, типа... Паша, у меня телефон разряжается, давай уже нагибать жестко в Brawl Stars. Ладно. Пробелом, ты неверно пишешь день рождения мой. Вот Вика. Сегодня. Короче, ребята, Ростик, ты для начала нам расскажи, что нам брать в режим нокаут. Либо ты даришь мне Бравл Пасс. Ну, а, вы уже все взяли. Видишь, ну да, да. Тик, так, и Вайпер пойдет. А ты можешь на Тике продолжать? Да, Тик. О! Это легко. Короче, мы сейчас... Подожди, а можно я поменяю зеленую способность, пожалуйста? Да, можешь поменять. Все. Ну, если все хочешь. Все остальное не менять, да? Можешь скин поменять. О, да. Ты был бы у меня скин. Я не донатер жесткий, как ты, Паша. А, ну ладно. Вот, ну что же. Короче, мы идем сейчас в первый бой, а потом прочитаем донатики, сообщения, которые прислали подписчики. Итак, погнали. Готовы, ребят? Конечно, готовы. Что делать? А, готов, да. Да. Все. Мне что делать? Подожди, а что тут делать? Вы ничего не рассказали. Левее. Убивать. А, это нокаут. Ну я ладно, понял, нокаут. Стой. Да, окей. Так. Меня убили, простите. Ничего, сойдет. Простите, нормально. Пожалуйста. Сейчас Паша ульту набьет за керицу. Паша, набивай ульту.
Ничего себе, что это? Это вот так я умею, прикинь. А что это? Это станция, это она дискотека. А что она вам дает? Она вас хилит или что? Не, по 100, по 100 урона в секунду по противникам херачит. Ничего себе. О, подожди, блин, а я... это ее ульта или что? Я хотел ультануть, кстати, но уже не. Нет, а это случайно... гаджет, это гаджет. Блин. Ничего себе. Зря я ультанул. Я просто подумал, вдруг он тебя убьет, если я, ну, типа, если меня убьют. Привет, ваше снарождение. Ростик, а зачем ты вот это вот сделал, ульту потратил? Это так киберспортсмены делают? Да как по мне стреляет эта девочка? Чтобы быстрее позицию занять. А это важнее, да, чем ульта? Ну пофиг, да, я вот не так сейчас. Так. Тем более тут один чел остался. Эдгер. Там кто-нибудь... А, глянь, глянь, я его все остался, закидываю, да? Я его попускаю, я так, попускаю так, так, нормально. Его. О, это, смотри, сейчас пятерка, пошла, теперь пошла, мы пошла. Решаем всю карту. Ой, физик, лови. Блин, в чате все пишут про день рождения, но ты, конечно... Днем рождения, Паш, я сам не знал, что у тебя сегодня день рождения. Ты что не говорил-то раньше, Паша? Так, ладно, давайте прочитаем. Отправили сообщение. Короче, как я начал общаться с пятеркой, мне попадаются много нарезок с ним и с его каким-то приятелем. Павел познал кринж, когда начал со мной общаться. Я вот там вижу вопрос. Паша, во сколько ты начал играть в Brawl Stars? В 46. В 46. Не, а реально, во сколько? Во сколько лет? Да. Блин, а чё вы думаете, что Brawl Stars 150 тысяч лет, что ли, уже? Ты с ним не заиграл? Ну, конечно. Ничего себе, ты жесткий. А ты бета-тестер? Не, я, кстати, не... Ну, знаете, я немножко потестил уже под конец. То есть я, может быть, поиграл за месяц или за два до выхода в глобальный релиз. Но я уже знал, что игра выйдет в глобальный релиз, и я ну, немножко... тогда ужасный графон был. Это как будто две разные вот. Игры, кстати. Но, типа, многие играли сколько? Год или два до глобального релиза. То есть я вот так о, не играл. Себе. Да, то есть игра долго не выходила в Global. Глянь, я всех ой, развалил, Дизи! Жесть, за ребят, Тика так ссылочку играть, еще раз. Паша открыл глаза на Тика. Да, Тик то, крутой, я его на 35-й ранг, думаешь, просто так апал, он крутой. Угу. Глянь, 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 сейчас все, Шелли отлетает. Давай, 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 давай. Отлетает, отлетает, отлетела, отлетела лохушка. Смотрите, блин. О, блин! А как ты так быстро? Я, к сожалению, а на Леона упал. Я на другую такой, сторону реки хотел приземлиться, но так получилось. А, ребят, назад, давайте, назад, назад, давайте удивим меня. Подпишитесь не, на этот канал. Он наверху бегает. Сейчас после катки я посмотрю... Ай, он в инвизе! Он в инвизе, Ростик! Ты чё меня не предупредил? Насколько мы активные, ребят. Понял, просто... Так, я его сейчас выиграю, ребят. За это можете не переживать. А ну, один на один, давай. А у тебя ульта есть? Да, сейчас будет. Хорош. Давай, 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 хорош. Не, блин. Так, ты Ростик один на один, да? Да, 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 да. Сейчас что-то будет. В инвиз ушел. Ничего себе, ты откуда ты знаешь? Ростик. Ну, я читаю, дядя, вот так вот делаем. Нормально. Вы видели? Не, ну это супер лайк. А я заодно супер еще лайк. И квест, оказывается, на ней прохожу, на Дженет. А у меня о, тоже круто, победить круто. 24 врага. Так, смотрим, что там за подарок. Ну, тут вряд ли что-то интересное будет. А может из обычного ящика, вот маленького, выпасть перц? Да, может. Да, может. Мне, кстати, недавно выпал спайк с обычного маленького ящика. Да, у меня есть другой аккаунт, на котором я там ролик тоже снимаю, то есть какая рубрика у меня. Вот, и там с обычного, я даже не снимал это на видос, я просто типа такой, ну, открываю в этом Бравл Пассе то, что у меня есть, и бац, выпал, я такой думаю, блин, как жалко, что я не снимал в это время. Копиал, да, ты крутой. Да, просто жесть. Вот, и а меня... ты своих подписчиков заставляешь в начале ника что-то писать? Нет, нет, никогда не заставлял. Почему? Это же круто. Какой ты добрый, блин, Паш. Вот так вот. Никакого. А что это было? Это что-то слишком легко, не? Да, это прям вообще. Мы всех перестреляли. Изи. Они как будто сами стояли, типа, стреляйте в нас. Вау, 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 блин, я не ожидал, что они начнут играть. А я ожидал. О,
Хростик, но ты прям с киберспортом. Да чё, да это даже, а в чем наслаждение? Да, чё-то вообще капец. Так, а ты на Биби, да, будешь гонять? Да, я на моей Биби. Так, ладно, погнали. Так, пошли пятерка, поехали. Ой, надо играть! Я просто засмотрелся на реакцию. Не, ну смотри, реально, мне кажется, эти тоже не умеют играть. Он скоро станет папой. Как и мы? Не, они это как раз таки умеют. Да? Пик достаточно. А, кстати, да, может быть они... Почти убил меня кто-то. Но я вообще хотел сам убить. Ростик, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ли? Эу! Так, собрались. Нормально. Мяч, ребята. О, полетел, Паша. Пятерка, меня замораживает, извините. А, я дал даже передачу хорошую. Отлично. Ничего себе, от моего паса. Да. Да тут все сработали идеально просто. Да, это комба топовая. Да, это прям командная это была игра, просто топчика. Все, я смотри, прогнал его. Кидаю пас. Кидаю пас, пошел. Давай. Сейчас докатится. Смотри, и Шампанов бьет! Да, это гол! Халява. И Павел Шампанов забивает! Жесть. Как слушай, будто вот на эта стадионе. Вот штука, которая на полкарты пульсирует, это что-то имба какая-то. Это пофиксит не, потом. Нет, не пофиксит. Ай, больно. Мне кажется, слишком жестко. А где мячик? А, вон он. Оно снизу. Пержу. Оттолкни. Да. Хорош. Передавать пас! Ах, зачем я его туда передал? Я замерз. Сейчас я пержу. Хорош! Оу! Блин, хотел с ульты. Ну, у него он до полкарты доходит, у него щит до сих пор. Чё за бред? А нужно обождать моментик. С днём рождения, Паша, я хоть и в бедной семье, мне нужны эти деньги на пропитание. Я решил задонатить тебе, ведь день рождения — это святое. Блин, ну это, короче, опять все про день рождения пишут. С днём рождения, Паша. Там кто-то задонатил, говорит, последние деньги отправил тебе на день рождения, ведь день рождения — это святое, прикинь, я вот слышу. Ребят, ну это забайтили, у меня день рождения в декабре, пятерка, блин, это... Да он просто скромничает, у него сегодня день рождения. Так, спасибо за донат. Сейчас я прочту все сообщения. Все. Так, ну что же, готовы побеждать? Да, ты. Поехали. Ивачел 2013. Да. А что такое Ивачел? Ну, чел 2013-го, наверное, родился. А. И уже так жестко в Бравл играет. Ну, смотри, на Кольтяра. Ой-ой-ой. Давай, трехочковый, давай. Молодец. Блянь, хорош, мега хорош. Мега нас. Подожди, а у них один что-то АФКшер. Да так и надо. Забирай. А моя ульта через щит их сработает? А, нет. Не заморозил. Не замедляет даже? А, это победа. Что-то всё. Мы так затащили, как про. На изи. Потому что мы про. Думал, что еще один бой. Это так киберспорт работает. Ну что ж, пойдемте тогда победим. Поехали, всех. Я готов пердеть за Делерона. Сейчас будет победа за Делерона. В честь Делерона. А, смотри, против нас клон Путина играет. Смотрите, ребят, клон Путина. Где? Ой. Ну не видишь? Уже на джекете. Пятерка. А можно, а как, убивать или не убивать ее? Не, нельзя трогать. Я не знаю, кстати. Ой-ой-ой, Эль Прима забивает, вы чё? Алло! Эль Прима забил. А он сначала вообще в АФК стоял. Мяч, Паш. Лети, пожалуйста. Ко мне подходит, меня клон Путина убил. Ну понятно. А, не, ну мы-то все равно забиваем, реально. Хьюман. Я вообще обхожу стороной, опасно. Уйди от меня, ну уйди!
Не, пока меня клон Путина фокусит, там пацаны забивают, так что я как бы сейчас. Он опять просто на меня идет! О, хорош, убили клона Путина. Ой, ну, короче. Ой-ой-ой. Ну, игрокан, как... Джеки. Ну да, убили. да, Джеки. Пас. Да. Спасибо, это Галаса. Нет, это не гол. Хорош. Я уже туда пержу, я просто в толпу пержу и все. Им не выжить. Да блин, нет, ты чё? Им выжить, ладно. Да блин, сколько... Да уйди! Сколько мы пытаемся забить, капец. Не, зато потная катка. Вот такая же сложная ситуация у Дилерона сейчас, как у нас. Все, в честь Дилерона затащили катку. Да. Дилерон, я даже звездный игрок, все видели, ни одного гола не забил звездный вау, игрок. Вау. Поздравляю. Спасибо, дорогие подписчики и фанаты меня и Павла Шампанова и Чела снизу. Кстати, ребят, на Чела снизу, а также на пятерку есть ссылочки в описании. Подписывайтесь. Да, я бы подписывался на Чела снизу. Да, а также, ребят, кстати, напоминаю, вдруг кто только сейчас подошел, у меня идет конкурс на 3 Бравл Пасса. Если у тебя нет Бравл Пасса, если у тебя нет Бравлера Джанет, то ты можешь получить его бесплатно. Для того, чтобы получить, нужно по ссылочке в описании перейти в мой телеграм-канал. Там есть пост с конкурсом с кнопочкой «Участвовать». Нажимаете «Участвовать» и все, вы участник. Послезавтра, 7 мая, будут итоги конкурса, и 3 победителя получат Бравл Пассы. Ага. Заходи в Телеграм. А мне Бравл Пасс. А ты в Телеграм заходи, нажимай кнопку «Участвовать». А я думал, по блату мне. Но я это буду... Ну... А как я тебе его передам? Я могу тебе отправить денег на Бравл Пасс. Хочешь? О, спасибо большое. Слушайте, а 500 вот этих фиолетовых монеток, это много или мало? Это мало, покупай, если хочешь. Так. Ну, студентку Эмс покупать? Покупай, да, покупай. Хороший скин. О, ебой, спасибо. А только за эти, да, монетки покупаются? Следующее сообщение. Ага, да. Пусть. Я нет. Ну, у нас, кстати, ведь легкие соперники. Мы еще и киберспортсмены, так что тут кого не возьми, мы всех победим. Все, поехали. Держу сразу, попёрду. Хорош. Нет, нету никого. Глянь, но это такая имба круглая, гигантская. Да. А ты знаешь, она прям реально очень большую часть карты занимает. Все убили. Первое очко Павла Шампанова. Нет, это не мое очко. Вот нет, это пятерки Шампанова. Да. Передай привет Базису Послепа и Кабриолету Гон. А что они возрождаются, да? Вот это вот фигня. Это пассивка какая, когда ты летаешь? Да. Ничего себе, блин. Да. В смысле? Замедлил двоих. Какая пассивка? Подпернул. Это когда летаешь, мы видим в кустах все. На большое расстояние. Да, он, видимо, да, да, я просвечу кусты. Типа. Да, 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 именно так. Ничего себе. У меня звук пропал. А, вот, появился. О. Смотри, я вот так через стены их дамажу, и они лошня. Проходи туда. Глянь, в угол сбежали! Хорош, смотри! Всех обоссал! И бомбочка! Я зарешал бомбочку. А почему? Теперь 10 надо сделать побед, что ли, убийств? Да. Было же 8. А вот теперь 10, ёшкин кошки. Это типа, чтобы мы подольше играли, что ли? Да, специально хотят, чтобы дольше Brawl Stars играли, прикинь. Звука нет, пишут. Звука... Где звука нет? А, нет, все нормально. Все, да, звук у меня, звук игры у меня пропадал какой-то. Монетки дали. Так, ладно, давайте еще раз попробуем. Что-то я не распробовал этот режим. Фу, поехали. Просвечивай кусты, Паша. Ладно. Глянь там, какой скин. А это я из-за того, что с вами со скинами играю, больше людей со скинами попадается в ответ или нет? Нет, это скорее всего, ну просто человек... скины купили, и все. Там не зависит от того, есть у тебя скины или нет. Ой. Просто донатеры, и вот и все, блин. Да. Погнали. Сейчас бы донатили в 2022, капец. Эдгера! Дизлайк за донат. Я, по-моему, 3 кило, да, наделал? Ай!
Они мне за дизик ответили. Все, ты умер. На Пашу нападаю! Меня убили. Я улетел. Да нормально. Да нормально. Блин, я умер. Так, ну что, Эдгар. А я вот так, смотри, а я вот так! Видал? Ай! Отлично, о, я убил его, я убил! Жесть, Эдгера попустил. Ай, ничего, это больно было. Это очень больно было, извиняюсь, я умер. Атара вообще крутой перс. Да, у Ростика, это любимый перс Ростика. О, ну, совсем. А мне вот эта, которую ты сейчас убил, огненная, мне она так нравится, я хочу ее выбить. Когда-то я выбью ее. Ростик, а у тебя Тара 35-й ранг ведь? Нет. Блин, а ты столько играл на Таре, и ты не апнул ее на 35-й? А я же не апаю ранги, мне все равно. Я вот помню, короче, Вольта вот апнул. А я заметил, ты тут недавно Вольта апнул на 35-й ранг. Да, есть такой моментик. Топ-1 мира. А говоришь, не апаешь 35-й ранги. Ну я там это, по фанчику апнул 35-й ранг. По фанчику. Давай по фанчику со мной Еву апнем на 35-й ранг. Боюсь, там будет не по фанчику, бро. А какой я в мире, блин, на этом? Я вот 14-й в мире на вольте. Крутой! Уважаю. Согласен. Хэштег тащи, спасибо. А еще ты успел, ты знаешь, что ты успел его апнуть до того, как пофиксили его? Прям вот только апнул, его на следующий день пофиксили. Я уже прохавал этот моментик, когда в лигу пошел и заруинил. Вот, так что ты нечестно апнул, а потом бы ты бы не апнул, если бы... И все. Если бы пофиксили. Конечно. Так, ну что, погнали? Погнали. Павел Шампанов! Все, поехали. Ой, я так не люблю вот этого Пабло. Это мы сейчас их будем долго бить. Да? Кого мы там а почему он такой имбовый? Но он же реально имба. Или его можно как-то законтрить? Фрэнк да. Это да. Ходячая ульта. Ты просто на нем копишь ульту и все. А, да? Да. Типа того. Знаю, он там что-то в кустик засел, и я ему половинку-то уже снес. Ой-ой-ой. Так, вот чуть-чуть осталось в него попасть. Ага. Все. Хорош. Найс. Потная катка. Согласен. Напряглись реально. Так, оп, напердел, ой-ой-ой, у нее там залагает. О, у меня разряжается телефон, этот, планшет. Не делай, Паша, мы должны затащить. Понял. Убил Фрэнка. Ультуя! А, ну ладно. Нет, я умер. Нужно поставить на заряд. Куда ты ушел? Катка идет, алло! Я здесь. Ростик, он ушел. А, да, ну, вдвоем затащим, что сказать. Все, я на месте, я здесь. Я отравлен, я умру, да? Олды на месте? Нет, не умрешь. Ничего себе. Ебой, все, я полетел. Попустил. Я полетел, смотрите. Давай. Пытается меня ультой убить. Так, хорош. А ты вообще неуязвимый или есть как-нибудь? Как не, вообще неуязвимый. Никак не забыл. Так. Попускай розу, ей там чуть-чуть осталось. Все, изи. Все, плюс 500, ББ. На медок вбежал, клики разогнал. Мне просто пулять во всех подряд или что? А, да. Раз есть. Второго нету. Куколка подходит. Так. Ага. Нормально. Мне тяжело попадать, это норм? Нормально. Да, нормально. Меня оппердели. Смотри, что я сделаю. Я вот здесь патоку положу. А, их там уже в углу нет. Ой. Да, отлично, изи. Ну, что-то какой-то, да. Лявкинсон называется. Я там такой вклад в команду делаю, ребята, вы бы видели. У них Фрэнк зафакашил. Ой, меня застанили, я извиняюсь. А, ничего да? Страшного, все нормально. То есть, а можно я вообще буду стоять и ничего не делать? Да, можешь. Да, кстати, ящик. Можем сделать такой эксперимент. Да, давай сделаем такой эксперимент. Я согласен. Так, ладно, хорошо.
Может, я тогда возьму какого-нибудь персонажа... Да ладно, неважно. Не, я боюсь заруинить. Слушай, скажи мне, кого другого взять, потому что я ни разу не попал даже за нее. Можешь, Шелли? Нет, ты попал, в смысле? Я видел. Ну, один раз, ладно, два, один, пять. Сейчас ну, очень легко играется, Шелли, вот из-за того, что, да, 6 дней прошло уже испы. Некоторые люди уже забыли, что такая испа вообще была. И типа, что вы испу проходите, откуда она взялась. Вот. А мы ее не проходили, мы ждали стримчик. Да. Так скажи мне, кого-то другого взять или все равно? Я хочу красивую эту катку. Может, Шелли. Если хочешь красивую, то можешь взять Шелли. Так, ладно, хорошо. И можем начинать. Поехали. Давайте. Тоже на миде? На миде тоже тащить? Нет. Ты думаешь на миде? Да. Давай, на миду, да. Или просто ничего не делать? Ты можешь сразу гаджет прожать и, типа, далеко стрелять, чтобы. Угу. Угу. Вот такие фокусы, да. Ничего себе. Прикиньте. Так, ай-яй-яй, меня убили. Да, нормально уже там. Ростик затащит. Ой-ой-ой, вот это ты что сделал? Нормально. О, я украл, все, я бегу. Пас мне. Шапанов, лови, Паша, лови. Да, я поймал. Паша, давай я сейчас пробью им этот центр, чтобы можно было напрямую бить. А ну. Опа! Паша! Сейчас все разберемся. Ну нормально, самое главное, центр пробил. Так, Ростик угнал мяч. Ростик, ты там забил уже? Так, нет, не получилось пока что. Так. Ну это уже более плотно, тут стоять у меня не получится. Да, сейчас, мне кажется, посложнее, чем прошлый кат. Там, по-моему, у них в АФК был чел, у него либо интернет лагал, либо он реально в АФК уходил. Вот так, как делает Эль Прима, ребят, вот никогда сюда, не вот делает. Типа, он просто тупо взял мяч и бегает. То есть он и пользу команде не приносит. Я, короче, на пролом иду. Ой. Ладно, не иду. На Давай, пролом! Да зачем ультой? О, хорошо, закрутил. Да, это правильно, меня Соня учила так делать. Она говорила это, чтобы все злились, то, что ты доминируешь. Пас. Я пытаюсь что-то сделать. Пошел. Смотрите, только я приземлился, снова полетел. Ой-ой-ой. Пасулю. Ну, это бесконечная Пятерка, ульта. Пас. Пошел, пас! Пас. Да не мне. Ой-ой-ой, да что это было такое? Мне надо было пас. Жестко тащили, жестко. Ну там у нас перепасовочка произошла через 3 человека, 4, 10, 5. О, большой ящик, давайте откроем, большой, посмотрим. Давай, поехали. Поехали. Два. Всего лишь два выпало. Я вот это вот такое вообще не люблю, когда всего лишь два выпадает. Да, мне тоже ничего. Да, не круто. Тебе тоже ничего не выпало, Ростик? Не, мне ничего не падает уже давно. У нас остается самая важная катка, за которую дают как минимум... Паш, покажи всем то, что у нас ни одного поражения. Да, ребята, смотрите, как вообще изи-пизи. Вот, а вообще вам тоже советую, ребят, если вы хотите пройти легко без поражения, то не идите в первые минуты, в первые часы играть в испытание, сломя голову быстрее-быстрее. Подождите, никуда она от вас не денется, в последние часы можете поиграть и пройдете намного легче, чем если бы сразу вы пошли в бой. И вам бы также попадались достаточно легкие соперники. Имейте в виду, такой лайфхак. Сейчас, подожди, вот это я гений, сейчас. Подожди. Блин, это через задержку долго. Ростик, подставь голову так, что типа мое колено это твоя лысина. И ты будешь Павлом Шампановым. О, кстати, прикольно. Опа, где это? Сейчас. Вот, я сейчас... Сейчас, подожди. Так. Вот, видишь? Не, надо Ростику как-то повыше голову поднять. Во. А, тебе колено так. Пониже. Сейчас. Сейчас. Да... Почти. Сейчас. Вот так нормально? По высоте нормально или еще ниже? Вроде норм. У меня голова уже. Не, немножко пониже, конечно, бы. Сейчас. Вот так. Так, сейчас я тебя сам подвину. Ну ладно, там на фотошопе. Короче, вот, все, ребят, я поправил.
Все нормально. Нормально. Ростик стал Павлом Шампановым. Так, ладно, все, возвращай обратно. Да-да-да, вот. Да-да-да, хорошо, хорошо. Вот. Ну что ж, ребят, ставим лайк. И у нас последний бой. Я хочу за пердуху. Вот, и как только этот стрим наберет 10 тысяч лайков, он останется у меня ведь на канале, и типа он будет дальше продолжать набирать лайки. Как только наберет 10 тысяч лайков, мы с пятеркой опять постримим, так что имей в виду. Плюс в чат, если сидел почти от начала и до сейчас. Да, сколько нас таких, кстати, кто с начала смотрит стрим? Я сидел точно от самого начала. Я тоже. Тоже, да, тоже. Нас уже трое. Согласен. Есть среди вас, кто с начала до конца смотрит? Так, ну что же, мы должны победить. Давайте какой-нибудь челлендж сделаем. С закрытыми глазами. Ну, Паш, можешь? Не-не-не, так не пойдет. Да ладно, погнали, все равно игра отличаться не будет. За... Так, что еще как можно прикольно придумать? Ногами. Паша обещал ногами пройти Бравл Старс. От начала до конца. Так не получится. Ладно, давайте, погнали. Поехали. Фух, челлендж — это дизик по КД ставить. Так я, получается, каждый катки выполняю этот челлендж. Да. Так, бам. Сразу с дизика. Одновременно начинаю. Ты видишь? Хорош. Это сила дизика. Так. Я предлагаю всех наших фанатов заставлять в начале ника писать дизик. Чё это такое? На меня личинка напала. Не-не-не, а чё, в нике забирать можно... мячик? Да, пас мне можно дать, это будет гол. Опа, пошло дело. Ты уверен? Ничего себе, вот это есть пробитие! Вы видели, что он сделал? Он просто сквозь всех пробил мячик. Ой, да, игра да. пошла. Мне пас нужен, это будет гол. Сейчас сделаю. Пошел. А, нормально. Привет. Сейчас. Возьму мяч. Идем, проходим. Почти, блин. Глянь, украл. Да что это за вихрь стоит? Я таких не знаю. А ну смотри, сквозь стену буду их замедлять, скрин. Давай. Да давай уже пробивай, это, ну! Давайте мячик. Все, это, Ростик, забивай. А его коснули, блин. Сейчас я это сделаю, я сделаю! Ой, ну ладно, не важно. Мне кажется, мы бы уже давно забили. А мы с ними играемся, мы с ними просто играемся. Как охотник, как хищник. Паша, ты будешь забивать сегодня? О, давайте я забью, Ростик, можно я забью? Давай. Ну, забивай, конечно. Замедляю. Спасибо. Через стену. Пошло замедление. Ой, сдули меня тоже через стену, ничего себе. Ростик, я забиваю. Да, забивай. А ты чё это умираешь? Ты умирать-то нельзя. Ну вот так вот, блин, убили меня. Ну сейчас я возражусь, у меня есть инвиз. А то если ты умираешь, я же не забью. Вот так тогда, да? Паша, добери уже мячик! Я взял. Мне что-то нам на допе придется забивать. Там против Гейла сложновато. Блин, да, а как забить-то? Сейчас же нам... сейчас мы выиграем. Ой, и так, дули. Без забития. Ну, хорош, ну всех убили, ну всех прям! Я хотя бы напоследок дайте полетаю. Ах, не успел полетать. Ладно, это победа все равно. Красивая, зато мы с ними игрались, как реально. О, мега ящик. О, давайте все на видео, давайте одновременно. А, ты уже нажимаешь. У меня пошло. Да, у меня тоже пришло. Так, что-то есть? Паша, снимай! Сейчас, подожди, я сейчас тебя сделаю побольше на весь экран, короче. Что-то будет сейчас, Давай, давай, пятерка! Глянь на мою любимую! Не зря сегодня играл, лайк ставил. Нормально. Не зря лайк поставил, реально. И вот эту штучку нам тоже дали. Ебой! Подожди, а что за штучка? Это пинчик. Капут. Вот так. А нас теперь все будут уважать?
Конечно, конечно. Не, ну типа теперь кто будет видеть эту штуку, это, ну, будет уважать, да, нас? Ну все, ну типа подумают киберспортсмены какие-то. Жесть, кайф, с кайфом реально. Да, ебой, сюда. Все, халява. А да, у меня три изич. Таких есть. Ой, понятно, Паша. Да. Вот смотрите, вот такая есть. Да, началось, вот началось. ЧСВ. И вот такая. ЧСВМ пошло. Да, да, я понял. Ну, вот так вот. Не, ну я бы такое бы сейчас бы сожрал бы в реальной жизни, если честно. Такой чисто рамен. А, еще одно сообщение прислали. Под финалочку сообщение от «Я шиперю пятерку и Марину». Привет, Шампанов. С дырчик. Я так понял, что это с днем рождения. Кстати, у меня тоже дырчик. Можешь? С днем рождения тоже, шипер. С днем рождения, шипер. С днем рождения, дырчик. Дырчик. С дырчиком. С днем рождения, Павел. Шампанов. Ладно, ребят, в общем, любите такие стримы с пятерочкой, ставим лайкосик. И с челом снизу. Да, и с челом снизу. Хотите чела снизу и пятерку? В следующий раз сверху меня расположи. Вот, то ставьте лайкосик. Ну что же, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на пятерку, подписывайтесь на Ростику, на все ссылки в описании. Всем хорошего настроения, до новых встреч. С вами был Павел Шампанов, пятерка и Ростик. Ростик, Павел Шампанов и пятерка. Всем!